С самого утра на улицах Нижнекамска кипит работа. В городе очередная генеральная уборка. Сегодня убирают газоны и чистят бордюры. Мусора много, потому что зима в этом году задержалась маленько. Короче, мы на той неделе убирали прям сырой песок, убирали, мешки грузили. Ну, старались, чтобы город был чистым. Работники предприятий и коммунальщики на достигнутом останавливаться не собираются. К майским праздникам, обещают они, наш город будет чистым. Даже сейчас, как бы убирая листву, можно заметить то, что как бы становится больше зелени, как-то чисто, красиво. И в следующий раз после побелки будет очень приятно жителям города приезжать по городу и смотреть, насколько наш город чистый и красивый. Работники администрации не остались в стороне. На уборку вышли более 250 человек. Мы в том числе и с нашим коллективом вышли и для того, чтобы убрать нашу прилегающую территорию, чтобы город наш стал краше, чище и намного милее. Чтобы в нашем городе было чисто и уютно, достаточно просто не мусорить и выбрасывать мусор в специально отведенные для этого урны. А если вы хотите принять участие в среднике или в субботнике, то обратитесь в свою управляющую компанию, и там вам выдадут нужный инвентарь. Аделия Сатарова, Ренат Харасов, Максим Липин. Новости НТР.